Как ощущение? Ну, вообще отлично. Громкое, звонкое. Да не, слушай, вообще прикольно. Прям адекватно. Всем привет, меня зовут Сергей, и я владелец этого автомобиля Mustang Cabriolet. Это моя вторая машина, можно сказать, машина выходного дня. Использую там для съемок, просто порадовать душу, кататься в хорошую погоду, открыв крышу и насладиться этим эффектом. Год назад обратился в ультравыхлоп, и мне сделали две заслонки. Управляемые заслонки, чтобы сделать более громкий выхлоп, более яркий выхлоп. Ну, автомобиль точно должен притягивать внимание. Это, ну, для этого обычно такие машины и покупают. Я вот последовал тому же примеру многих ребят, сделал себе эти заслонки. Слушайте, безумно доволен результатом. В течение года наслаждался этим звуком. Он действительно интересный, то есть он очень похож на звук 5-литрового автомобиля, и даже может быть где-то лучше, и прострелы есть, в общем, действительно интересная техника. Но в течение года понял то, что история со звуком, она может быть еще ярче. Но вот это мой второй приезд в эту прекрасную компанию. Я хочу усилить звук, сделать его более басистым. Сегодня сделаем пайпу, удаляем катализатор. Ну, в общем, ребята там что-то интересное должны сделать. По итогам сказали, будет сюрприз. Жду не дождусь. Сказали, достаточно быстро сделают. Около 4 часов работы. И я получу новые эмоции. Так что вот сейчас в преддверии вот этого эффекта нового. На самом деле, насчет сервиса я действительно искал. Я прописывал в интернете разные сервисы. И, как ни странно, ваша история с рекламой, у вас крутой маркетинг. Ну, во-первых, много рекламы позитивной, большое количество хороших отзывов. Поэтому я посмотрел YouTube, смотрел ролики, сравнил. Ну и как бы вопросов не стояло. Ваш сервис действительно классный. И я подтверждаю из-за того, что я уже обращался и уже получил классный результат. Поэтому всем также советую, ребята, обращаться в ультравыхлоп. Это место, которое меняет звук вашего автомобиля с ног на голову, скажем так. Сделаем. Отлично, спасибо большое. Буду ждать. Сергей, снова, но на новом месте, уже видимся. Да, второй раз. Да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты первый раз услышал звук. Какие у тебя первые впечатления? Ну, первые впечатления, я немного в шоке, потому что звук, ну, реально очень громкий. Но я так скажу, вот вы, наверное, как компания не только по тюнингу выхлопных систем, вы еще как бы компания, которая дарит невероятные эмоции. То есть это действительно так. Звук потрясающий. Я хочу испробовать ее обязательно на дороге сейчас, послушать, как это будет. Но в целом очень нравится. Безумно счастлив, что такая история есть. И я, кстати, хочу отметить одну очень важную историю. Я когда второй раз сюда собирался ехать, я посмотрел в интернете, посмотрел рядом какие-то у нас компании около дома. Ну, так удобно было. Я хотел посмотреть, насколько эта история вообще доступна. Когда у тебя заслонки, все сказали, что это не будет работать. Что вот этот даунпайп, который мы поставили, он типа не будет работать. Вы так сильно изменили мне звук. Вот как я хотел, вы изменили, поэтому я очень рад, что все получилось. Вот поэтому огромное спасибо. Спасибо, Сергей. Было круто, да. Да. Было ребята, круто. Еще раз, уже во второй раз довольный клиент. И я хочу сказать, что действительно ребята постарались, мастера наши молодцы, сделали, изменили звук, повысили пропускную способность за счет даунпайпа. И, собственно, сейчас вот это все вы можете слышать, наблюдать. Следите за нами, подписывайтесь, ставьте лайки или комментируйте, как вам нравится, не нравится. И сравните с тем роликом, который был у нас полтора года назад. Вот внизу в описании будет ссылочка на него. И посмотрите, как звук меняется без даунпайпа и когда установлен даунпайп и катализатор отсутствует. Игорь, ультравыхлоп на связи.